Первые приднестровские депутаты написали письмо президенту России. В нем просят Владимира Путина помочь решить проблему консульского пункта в Тирасполе. На замену загранпаспортов сейчас огромные очереди. Меньше они не становятся, а в консульстве не хватает людей. Это письмо Владимиру Путину. Под ним подпись первого президента Приднестровья Игоря Смирнова. В тексте «Факты». В республике живет более 220 тысяч граждан России. Десятки тысяч из них в очереди на замену загранпаспорта. Сейчас консульский пункт не справляется. Элементарно не хватает сотрудников. Десятки тысяч людей в подавляющем большинстве случаев не могут, в принципе, записаться на прием по вопросу обмена своих паспортов и вынуждены долгий период проживать с истекшим сроком документов, что ограничивает их возможность перемещения за пределы Приднестровья, в том числе и в Российскую Федерацию. Очередь появилась за два пандемийных года и сейчас становится больше. Записаться на прием в консульство сложно. В январе этого года министр иностранных дел России Лавров признал, проблема есть. Совещательное собрание первых приднестровских депутатов считает неприемлемой сложившуюся ситуацию, в которой граждане Российской Федерации в Приднестровье продолжают оставаться, по сути, заложниками несовершенства организации системы российского консульского обслуживания на территории ПМР. Приднестровье просит Россию разрешить эту ситуацию и готово оказать любую поддержку для того, чтобы консульский пункт работал быстрее.